Мне все равно, на чем практиковаться. Мне все равно, на чем практиковаться. Мне все равно, на чем практиковаться. Вкладыши от шоколадных лягушек. Ты... Эй, Гарри! Вы готовы идти на собрание? Мы еще не говорили с профессором. С профессором Трелани сейчас говорит эта жаба Амбридж. Эта Амбридж цепляется к профессору Трелани еще с той самой идиотской инспекции. Вы не можете меня уволить! Я здесь уже 16 лет работаю! Хогвартс, это мой дом! Чем это закончится? Похоже, занятия по предсказаниям отменили. Бедная профессор Трелани. Мы придем на собрание отряда. Мы еще покажем этой жабе Амбридж. Простите, вы не подскажете мне пароль? Найди трехликого скорей, а не стой здесь, не глазей. Здесь не мешает прибраться. Мясо с подливкой. Вкусно. Привет. Лучше всех! Слышали о гриффиндорской команде? Поттер, проваливай! Дашь списать конспект по истории магии? Нет, извини. Это, наверное, растение Молли. Это, наверное, растение Молли.
Это, наверное, растение Молли. А вот и Эрни. Он еще не знает о собрании отряда. Привет, Эрни. Мы нашли место, где можно учить защитные заклинания. Извини, но я сейчас не могу пойти. Нужно выполнить задание Снега. А ты уже все сделал? Что именно? Надо подготовить ингредиенты на завтра. Подожди-ка, Гарри. Ты что, еще их не нашел? А когда мне было их искать? Другие преподаватели тоже много задали. Да еще это Амбридж. К тому же я учу вас защитным заклинанием. Зря ты злишься. Найди 5 растений Молли и корень мандрагоры, а я отыщу для тебя все остальные компоненты. И где мне это искать? Мандрагоры растут в теплицах профессора Стебль. Растения Молли в парке. Нужно только поискать. Она что, все на свете знает? Ты хочешь насобирать этой самой травки или как? Вот Молли. Осталось найти только 4 растения. Так вот как выглядит эта травка. Интересно, что же я сунул в зелье на прошлом занятии? Хох, Рон, теперь понятно, почему зелье у тебя получилось оранжевым. Все лучше, чем у Гойла. Тот вообще дыру в котле прожег. Профессор Стебель говорила нам, что здесь есть растение Молли. Отлично, осталось найти 3 растения. Ты хочешь насобирать этой самой травки или как? Прекрасно, Гарри. Осталось найти всего 2. Конечно. Мы с Гарри не так сильны в арифметике. Но уж до 5 как-нибудь сосчитаем. Вот неплохое место. 4 растения у нас. Осталось найти 1. Ты хочешь насобирать этой самой травки или как? Ну, травку Молли мы собрали, осталось найти корень мандрагоры. Вечно этот Снег что-нибудь придумает. Нужно посмотреть в теплицах кафедры травологии. Инцендиум! Привет! Мясо с подливкой. Как вкусно! Ням-ням-ням. Привет, Гарри. Эй! Такая усталость навалилась. Драконье яйцо! Проходите, друг Пуффендуя. Пульсом!
чем двое пуффендуйцев на метлах задом наперед. Поттер, проваливай! Привет. Привет. Я потерял расписание. Какой у нас урок? Инсендио! Мы должны найти корень мандрагоры. Поттер, Уизли и мисс Грейнджер, вы сделали домашнее задание. Сочинение о самоудобряющихся кустарниках должно быть готово к завтрашнему уроку. Не забывайте, в этом году вы сдаете СОБ. Нет, профессор Стебль. Ну как можно про это забыть? И почему все учителя постоянно напоминают нам про сов? Где мы возьмем книгу про самоудобряющиеся кустарники? Невилл объяснит. Надо его найти. Пойдем, Гарри. Жабросли. Надеюсь, мне никогда больше не придется их есть. Раз попробовал, хватит. Вот и корень мандрагоры. Вингардиум левиоса! Эй, приятель, тебе это пригодится. Помнишь, что случилось с Невиллом на втором курсе? Теперь наушники можно снять. Что? Я сказала! Что? Теперь мы можем их снять! Незачем так орать! Теперь нужно отнести до Керни, и домашнее задание будет готово. Акцо! Почему меня повесили именно здесь? Привет! Добрый день! Как держать, мистер Поттер? Драконье яйцо. Всегда оставайтесь таким же отважным. На поиски... Эх, помолодеть бы. Привет. Мясо с подливкой. Подливки побольше. Уизли, наш король! В игре! Как дела? Нормально. Вот и все. 5 растений Молли и корень мандрагоры. Блеск, если вы мне их оставите, я все подготовлю к уроку. Отлично. Увидимся в выручай комнате. Там будет собрание отряда.